Итак, ребята, хотел вам рассказать о маленьких радостях слабого нашего пола, мужского. Вот, больше 3 лет я пользовался вот таким вот тренером. Мне он очень нравится, до сих пор нравится. Ну, хотелось новенькую игрушку. И вот несколько каталогов я ее ждал. И, наконец, ура! Сегодня получил. Вот она в такой прикольной коробочке. Открываем. Вуаля! Теперь она имеет свою подставочку. Очень приятная на ощупь. Отлично будет смотреть в ванной комнате, например. Ну или еще где она у вас будет стоять. Вот. Очень прекрасно сидит в руке. Думаю, что очень удобная. Кстати, вот я уже батареечку поставил. Жужжит, светит. Красота. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.